Екатерина, где мы сейчас находимся? На ВДНХ. Но не просто на ВДНХ. Да, вот там он сзади. Фонтан «Золотой колосс». Вон там плакучая ива, а Егор у нас пытается гребсти. Хорошо. Давай, разворачивайся. Сбылась мечта Екатерины. Мы доплыли до плакучей ивы. Она на заднем плане у нее, да? Егора, приведи вдруг в сторону. Придется папе. Вот она, плакучая ива. На фонтан. На фонтан? Под фонтан? Чтобы нас замочило слегка, да? Ну хорошо, сейчас поедем. Из болотини выплывем, потом сам будешь. А где показывается, что запись идет? Внизу красненькая. Видно? Рек. Да. Из болотини выплыть надо. Правильно? Все, воняет уже. Все, майка воняет. О, уточка. Какая прелесть. Уточку я и сам поснимаю, ты меня поснимай. Папа вообще в кадре не бывает ни разу. Я сижу, а тебе папа грибает. Да, Егор огребает. Там фонтан. Давай. Ну все, тормози. А на какую жать? На красненькую. Так, Егорка, где ты находишься? Я... Ты подаль, подальше только отойди. Я нахожусь на детской площадке. И меня спать там надо. И на ноги встаю. Что сами бегать надо ноги? Ты потому что макарончиков поел, я так понимаю, да? Да близко так не надо, подальше. Это вот эта твоя детская площадка, ракета. Привет! Я говорю, ну ты что, плюнула?